Герой Великой Отечественной войны Петр Еремеев найдет свой последний покой на родине. В эту среду в Осташкове состоялась торжественная церемония передачи останков летчика представителям Челябинской области. Напомним, что нынешней весной тверские поисковики обнаружили точное место гибели истребителя. Тверским поисковикам давно было известно, что где-то на Калининском фронте погиб Петр Еремеев. После долгой работы в архивах, минувшей весной они приступили к работе на Осташковской земле. Причем успешно. Его останки были обнаружены в ходе полевых поисковых экспедиций сводным поисковым отрядом Тверского регионального отделения «Поисковое движение России». По номеру самолета и по смертному медальону, который находился у летчика, было выяснено, что это Петр Васильевич Еремеев. Также была проведена и экспертиза ДНК, которая тоже подтвердила, что это Петр Васильевич. Напомним, что Петр Еремеев был сбит 11 октября 1941 года. В годы войны это сочли рядовым эпизодом. Но только в 90-е выяснилось, что летчик первее знаменитого Виктора Талалихина совершил ночной таран немецкого самолета и при этом остался жив. Сразу же после того подвига он был награжден орденом Ленина. В постсоветское время к этому решили добавить звание Героя Российской Федерации. Неудивительно, что на его родине, в Челябинске, узнав о находке тверских поисковиков, попросили передать на Урал останки пилота. Сегодня для Челябинской области это особенный день. Это редкость, когда удается установить судьбу солдата и найти его родственников. Поэтому это особенный день для всех нас. Торжественная церемония состоялась 25 ноября в Осташкове. В ней приняли участие поисковики, представители местной администрации, члены патриотических движений. Традиционно было высказано немало теплых слов в адрес тех, кто зачастую в тяжелых условиях, свободное от работы время, восстанавливает всю мозаику Великой Отечественной войны. В данном случае могу говорить о том, что действительно нужно было пройти по лесам и по болотам, и по топям, чтобы найти самолет Петра Васильевича и чтобы найти его останки. Церемония захоронения останков Петра Еремеева в присутствии его родственников пройдет на специальной аллее Успенского кладбища Челябинска 9 декабря, в День Героев Отечества.